Добро пожаловать на наш канал, дорогие зрители и подписчики. Прежде чем мы приступим к ролику, хотелось бы попросить вас поставить лайк и подписаться на канал, ведь мы стараемся только для вас. Спасибо, приятного просмотра. Больше недели назад Елена Проклова попала в больницу с инсультом. Артистка до сих пор находится в больнице. Ей предстоит перенести операцию из-за поврежденного мозжечка. Сейчас звезду Снежной Королевы постоянно шатает и тошнит. Операция назначена на начало февраля. Затем будет процесс реабилитации. Впрочем, докторы полагают, что уже в марте она сможет вернуться к работе. О состоянии актрисы рассказал ее третий муж Андрей Тришин. По его словам, в начале января звезда отправилась на спектакль в Северную столицу. Уже в поезде знаменитость почувствовала недомогание. Она с трудом разговаривала, но от отдыха отказалась. В итоге перед выходом на сцену к ней приехали врачи, чтобы привести в чувство. Весь спектакль Проклова играла сидя. Через несколько дней после возвращения в Москву в ужасном состоянии Проклову отправили на больничную койку. Сама актриса в программе «Пусть говорят» призналась, что не хотела стать овощем, чтобы не быть обузой семье. Проклова попала в больницу с инсультом 10 января. Лишь через пару дней актриса смогла дать развернутый комментарий о своем здоровье. По ее словам, ей повезло, интеллектуальные и двигательные функции не пострадали. Дорогие зрители, напишите свое мнение об этом в комментарии. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, ведь ваша активность помогает нам выпускать больше видео. Спасибо за просмотр, еще увидимся.